В столетие с песней. Любой сможет поздравить Латвию песней и поделиться своим творчеством с другими. Сегодня проект «Из Диадам Сынтус. Поем сотню» записал первые песни. Проект он продлится до следующего ноября, до столетия Латвии. И каждый месяц мы добавляем 20 песен. Такой проект обязательно нужен, потому что, как говорится, нужно знать своих героев лицо. И я думаю, что композиторы, которые сочинили песни, которые сыграли большую роль в истории Латвии, достойны того, чтобы их помнили и уважали. Хорошо, может быть, там, чтобы напомнить то, что было когда-то, да. Времена изменились уже все, что одно дело, когда мы начали 50-е, 60-е годы, это одна история, а теперь это совсем другое. Но все-таки в то время и что-то написали, какие-то песенки, которые не все, но некоторые остались, скажем, где-то в народе. В столетии Латвии в списке появится более 200 песен. Для того, чтобы спеть, нужно скачать приложение из Диадам Сынту и выбрать понравившуюся песню. Сейчас в списке уже есть песни таких исполнителей и композиторов, как Рейнар Скауперс и Раймонд Паулс. Также есть народные песни и, конечно же, гимн Латвии.